Хайо, гайз, с вами Шмики, и как вы помните, мы проходим Dark Souls 2, и мы нашли с вами в прошлой серии ключик. Сейчас мы отправляемся, чтобы понять, от чего этот ключ. А, да, еще у меня есть камешек, камень огненного Дрейка. Усиливает снаряжение могуществом огня. Измененный волшебный титанит. Используется для усиления оружия огнем или для добавления защиты от огня защитам. Щитам. Колдуны из Мельфийского Академии Магии пытаются наполнить Татиновую силой стихий, но, как говорится, потерпели неудачу. Видимо, кто-то из них все же добился успеха, и в результате появились эти камни. Так, еще у меня какой-то камень, я смотрю, лежит. Подождите. Грубый камень. Делает оружие грубым. А вот это прикольно. Измененный волшебством титанит и меняет класс оружия на грубый, не используя на щитах. Это особый прочный титан, увеличивает физическую атаку оружия, но снижает бонус силы и ловкости. Понятно. Это нужно будет потом просмотреть нормально. Так, как вы... Вещи сюда. Смену. Нет. Тогда ключ не отсюда. Как вариант, ключ может быть снизу. Там еще где-то внизу у нас здесь город. Может, где-то там закрыто. А, так, здесь скелеты, я вспомнил. Нахер надо. До свидания. Тут везде, да, скелеты? Так, я как раз нахожу, ребят, место, где мы с вами сражались с боссиком, гигантом. Но тут есть двери, но, скорее всего, снова это обычная дверь. Заперта! А смотрите, а там огонь горит. Походу, вот это и есть сокращение пути, что... От этих змеек вот сюда. Ну, значит, нам только в подвал идти. Ну, вниз там прыгать тоже некуда. Так. Там я все же забрал, все забрал в прошлой серии. А, стоп, еще у нас здесь есть вот этот проход. Я помню, здесь врагу было до хера. Ой, блядь, я помню его. Дайте мне его оружие. Не. Доспехи короля мечника. Так, если я поднимусь выше, там у нас был лучник один. Лучник один. И мужик, который в нас с вами пулял. Так, на мечу мы забирали с вами какую-то херь, я уже не помню.
Ненавидит, ненавидит это дерево. Увы, ничего не происходит. Это, если что, гигант, если вы помните. Ой, не хочу туда спускаться, вот честно. Вообще ноль желания. Ладно, черепашка хотя бы ушла. Ко мне, да, походу? Так, короче, я здесь еще одного гиганта нашел. Я знаю, что я говорил, что мы отправимся сразу в новую локацию, но давайте я немножко посмотрю, что здесь есть, да и пойду. Ладно, я, короче, прибыл в Манчжоу, так уж и быть. Покупаем на все деньги себе этих. Как она называется? Вы поняли. Стрелы. Все, у нас их 951. Одеваем кольцо и собираем то, что у нас снизу есть. Так, давайте, наверное, открою сундук, бесконечный сундук, сразу все шмотки подзасовываю туда, да и все. Так, души сюда. Зараз заклинание. Не надо, человечность лампа пускай лежит, бомбы пускай лежат. Так, испускает свет и отмечает путь. Пускает, ну. Вот это мне тоже, в принципе, не надо. Дальше оружие мне не надо, вот это. Смысл, что оно лежит у меня. Щит бунтаря какой-то? Щит бунтаря Рейма. Рэм и Валистандра называется правой и левой рукой короля. Так было, пока их разногласия не привели к катастрофе, после чего Рейма объявили предателем. Черного ворона объявили и презирали, как предвестника смерти. Но это любимая птица Рейма. Ладно, оставлю, может вдруг он пригодится мне как раз. Я, в принципе, все могу продать, смысл мне от этого. Так, улица пускай лежат, заклинания. Там пускай лежит. Пускай лежит. Ну и все. Сразу вещи. Меняем колечком. И прыгаем. Ну, по крайней мере, пока что просто собираем все, что лежит там. Хм. То есть, плевать, да, что у меня кольцо где-то...
Делаем тогда таким образом. Я еще сильнее облысел. А почему? То есть вы мне сейчас говорите, что ты обязан прокачивать хпшку? Без базару. Используем тогда человеческую фигурку один раз. А, ну да, а так все нормально. Ключ камень Фараса, опа. Так, на всякий случай. Так, ядовитый мох. Могила святых. Крыс имеете в виду? Не, голым мне, конечно, прикольно бегать. Чувствую, лучше пока что сюда не ходить. Они хотят убить мою человечность. Вон, иди отсюда. Я говорю, вон, иди отсюда. Не зря же я бомбу себе оставил. Так ведь? Или зря? Отправляемся на шин. Сейчас заново залазим сюда. Сверху. Не, почему я действительно должен умирать, если типа я не в форме человека? И хп я тоже как бы не хочу вкачивать. А меня именно заставляют и вкачивать.
пока что идем так. Пока не знаю, где что. Ух, нихера себе. Заперто. Кольцо злого глаза. Вещи, кольца. Постепенно восстанавливаю здоровье. Здравствуйте. Откуда оно у меня? Стоп, оно у меня давно? Я его не помню что-то. Кольцо золотого глаза поглощает здоровье каждого поврежденного врага. Скромное, но... Невозываемое зловещее кольцо поглощает здоровье каждого побежденного врага. Всматривается внимательно в редкий камень. Томящийся в оправе это кольцо и дрожащие размытие черты обретут четкую форму. Если что, кольцо восстанавливает по 2 хпшки. Поэтому, если что... Так, косточка возвращения. Дальше. Переключаемся. Вещи. Снаряжение. Не понял. А, у меня же призрачное точно одеяние. Так, снаряжением. Колечком. Давайте пока что вот это возьму кольцо. Ага. Не ловушки хотя бы. Кольцо, коготь, праха. Так, снаряжение. Кольцо, коготь, праха. Увеличивает сопротивляемость к окаменению. Кольцо принадлежит рою. Исследователь увеличивает сопротивляемость к окаменению. Окаменеть смерть подобно, как что это кольцо, коготь. Вполне может стать вам жизнь. Ну блин, ну как спасти, понять? То есть она просто спасает от окаменения, типа? Потому что я, в принципе, знаю, что такое окаменение. У меня желания вниз вообще падать тоже нету, как бы. Здесь. Найс. Скоро я буду взрываться. Так, короче, пускай у меня колечко восстанавливает ХП, а вы пока ждите. Если что, тут 2-3 косточки возвращения лежит. А тут, если что, лежало мощное лечение. Блин, я вот не знаю, типа, у меня есть туда проход, а есть туда вон проход. Но тут там охраняет челик щитом. И мне кажется, он жесткий будет. Ладно, я задолбался ждать слишком долго. Очень долго. Пока что пойдем сюда. Надо оглядеться. Ну, в принципе, и чё дальше спуск. Человеческая фигурка. А
Удивление, что я не разбился. Вот мое чисто удивление. Знак злобы. Знак злобы. Доказательство победы над хозяином иного мира. Знак доказывает, что его владелец вторгался в иные миры и покорял других. При использовании он на некоторое время повышает вероятность прибытия в ваш мир захватчиков из иных миров. Такие знаки показывают, как много злобы посеял их обладатель в сердцах других. Так, у меня есть камешек, это хорошо. У меня больше ни хера нету. Не забываем, что я не знаю, куда мне идти. Вообще тут темнота запутана. И у нас еще наверху был проход. Дело в том, что я ни хера не вижу. В натуре помойка. Это что, моделька человека? Короче. Костер найти. Лохмотья заключенного. Так, тряпье, которое носят пленные полые. Очевидно, эти приковывали телом. Ну, прикрывали. Не более чем из-за вращенной куски ткани, все еще хранит зловещую полово. Эффект увеличивает шанс найти предмет. Нихера себе. Вы мне предлагаете в трусах бегать? Я смотрю, там кто-то ходит с факелом. Благо. Найс. Так, там, походу, взрывной. Куча навоза. Что с этим делать? Хавать? Большая еще теплая куча экспериментов. Брось ее во врага, чтобы поразить его ядом. Но тогда она отравит и вас. Большинство воинов с отвращением входят такие кучи сторонами, не говоря еще о том, чтобы носить ее с собой. Но в этом и заключается преимущество. Так, как я понимаю, это типа яма слишком жесткая, слишком глубокая. Как вариант, давайте, наверное, попробуем отправиться.
Верхний желоб. Могила святых, помойка. Отправимся сюда. Пока что. Я думаю, попытаться все-таки одолеть того челика, который был снизу. Ну, либо как вариант попытаться что-то сделать здесь. Увеличит баланс. Постепенно восстановит здоровье. Я что-то думал, что здесь босс сейчас будет какой-то. Ну просто голова крыса была, типа я подумал. Ну тогда ладно. Так, и как мне сюда попасть? Понял. Желательно на самом деле бы заточить свой меч. В смысле? Листы камень, 3 штуки. Тут еще можно один их Так, по ноше Ауроса. Человеческая фигурка. Хорошо, отлично.
Так, меч этот был, щит был. What the fuck? Серьезно? Я мог бы халявность получить. Понимаете, здесь раз, два, три, четыре наверху, четыре кнопки уже, где я могу использовать эти печати. Крысины еще западни, да, сейчас будут. И тут еще. И тут. Не знаете ж. Да, вы такие умные там. А, что, я сразу начал ходить, и вы решили выйти? А что они дают? Порчу какую-то? Что, типа того, да? Вон там дорога к боссу. Так, косточки возвращения. Погнали. Чё так много? Я говорю, мне лучше на самом деле заточить свое оружие, потому что это жопа будет. Да ладно. В натуре? Прикольно. Давайте отдохну. Чему? Давайте, наверное, даже отправлюсь на Джулу. Сюда еще придем. Сейчас разберемся с боссом. Так, у нас еще два тумана, да? Где-то еще я видел. А я уж не помню. Да ладно, могу усилить. Ну блин, жалко тратить мерцающие на самом деле. Я, кажется, помню, где-то разговоры были, а... Ладно. Давайте, что у тебя есть? Прикольная вещь. Пушка-бомба. Так, теперь сейчас купим с вами 7 стрел. На самом деле, вы не понимаете, но этот меч очень хороший. Подожди, я его точно заточил? Да. Вход в гробницу.
Мне даже не жалко, если я сейчас умру. То есть за вид человечности. Человечность можно купить за 1500. О, ну погнали. Я понял. Вот зараза. Заметьте, что их было мало. У меня проблема с выносливостью. Надо как-то выносливость скачнуть. Нихера, у меня сразу хп отнялось. Давайте думать. Как вариант, я могу сразу этот меч. Ладно, сейчас сделаем таким образом. Мы спустим к отравлению. Сильнейск. Блин, я ж не знаю, насколько оно еще поднимает. Ну хпшки у меня теперь жесткой нету. Свой меч. Боже мой.
Надо что-то придумывать, я не знаю. То, что я еще их не ваншочу. Я еще их из трех ударов убиваю. Иди что в жопу! Атакуй! А, найс. Мне еще походу все крысу укусили. Прикольно. Окей, давайте смотреть. 198. Как вариант. Ладно, надо как-то пытаться. Ну, блин, понимаете, херня в том, что они просто зажимают и все. Но их нужно какое-то количество. О, так, тихо. Тихо. Сейчас всех этих крыс сюда. Сюда. Слушайте, нахуй. Дихний король. Вон он, ходит. Подождите, мне надо его найти. Вон, нашел. Все?
сломанать. Это жопа была. Так, мне там хвостик дали, крысиный хвост для подношения крысиным королю. Так, отрезанный крысиный хвост, продемонстрируя свою верность, отнеся его к крысиному королю, чтобы укрепить связь со своим орденом. Крысиный король использует гордость и милость, как подобает великому монарху. Он благосклонен к тем, кто следует правдивым путем, даже если это люди. Так, еще какую-то херню мне дали. А, мощное лечение, которое у меня уже есть. Не надо, чтобы оно у меня валялось тут. Зря. А, не было у нас, только, ну ладно. Великое чудо доступно лишь горстке клириков. Восстанавливает значительное количество здоровья. Лишь немногие смогут в полной мере овладеть этой великим трудом. Но те, кто совладает с ним, вознагражден более чем достойно. Крысиный хвостик. Спасибо вам за крысиный хвостик. Пиздец. Покинь это место, человек. У нас нет времени на таких, как ты. Люди приносят с собой только грязь. Это что, крысиный хвост, человек? Ты напал на одного из крысиных гнезд. Так никогда не остановится незамеченным. Возрадуйся. Тебе даровано право служить мне. Поскольку ты пока еще человек, позволь тебе спросить. Не желаешь ли человек душа сделать и пристегнуть на верность мне? Клянусь, если ты той благородной грязью, что покрывает нашу шерсть. Да нет. Ну конечно, все люди одинаковые. Убирайся, мы больше не хотим выносить твою вонь. Окей. Ключ камень Фароса. Так, камень кровотечения. Так, у меня еще есть камень Фароса один. А я про души свои забыл. Забить что ли на него? Ладно, давайте тогда в следующей серии мы изучим тогда вот ту местность, где я хотя бы нахожусь. И как раз нужно будет попытаться немного туда вон запрыгнуть, получается, от той херни туда. Поэтому снаряжение... Косточка возврата использовать, да. Мы сейчас с вами, получается, О, точно, крысиную душу прочесть. Шип, которую получил. Так, душа бойца крысиновой гвардии. Душа бойца крысиной гвардии, защитника королевства крыс. Это верный страж крысиного короля, который решает, достойно ли... просящие аудиенции монарха. Используя так душу бойца крысиной гвардии, можно получить бесчисленное количество душ. Бесчисленное.
Как понять, нельзя посчитать или что? Либо создать ценный предмет. Ладно. Манжелит. Погнали, полетели. И у нас все равно остается до хера проходов. У нас есть вариант пойти через этот. Через город, который мы открыли новый. И пойти как раз через вот эту мусорку. Знать, типа, смысл. Если мне все равно буду до хера забирать. Ладно, ребят, давайте я тогда, думаю, на этом с вами закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.